При обработке цифровых фотографий в Photoshop часто приходится ретушировать лицо человека. Photoshop имеет все необходимые инструменты для того, чтобы устранить различные дефекты кожи и сделать внешность человека более привлекательной. В этом уроке будут рассмотрены основные инструменты, с помощью которых можно исправить практически любой недостаток кожи на фотографии. Откроем фотографию, с которой мы будем работать. Это снимок пожилой женщины, и ее лицо покрыто множеством глубоких и мелких морщин. Кроме этого, в глаза бросаются отдельные пигментные пятна, цвет которых отличается от основного цвета кожи. Начнем исправлять дефекты портрета, удалив с кожи мелкие пятна. Для этого служит инструмент Spot Healing Brush. Он автоматически замещает дефектный фрагмент кожи рисунком, взятым из прилегающих областей. Все, что от вас требуется, подобрать диаметр кисти так, чтобы он идеально совпадал с площадью дефектной поверхности, после чего щелкнуть в этом месте по изображению. Однако Spot Healing Brush не всегда может корректно устранить дефект изображения. Данное пигментное пятно расположено близко к одежде, поэтому, когда мы применяем этот инструмент, Spot Healing Brush ошибается дважды. Во-первых, рисунок, который появляется на месте проблемного участка, включает фрагменты рисунка одежды. Второй раз он ошибается, когда размывает вставленное изображение по контуру и задевает одежду. Чтобы устранить это пятно, можно воспользоваться инструментом Healing Brush. Для использования этого инструмента нужно указать место на изображении, откуда будет браться рисунок для закрытия проблемного участка. Таким образом, вероятность ошибки при устранении дефекта будет ниже. Чтобы использовать Healing Brush, нужно нажать клавишу Alt, удерживая ее, щелкнуть по образцу, затем отпустить и щелкнуть по дефектной области. Однако и этот инструмент окажется бесполезен, если вы будете использовать его в непосредственной близости от одежды. Образец для вставки уже не будет включать фрагмент одежды, как в случае со Spot Healing Brush, однако при вставке выбранного вами образца программа размоет его контуры и опять же заденет одежду. Поэтому для тех областей, которые граничат с одеждой, нужно использовать инструмент Clone Stamp, который позволяет внедрять изображение по образцу. Он отличается от рассмотренных инструментов тем, что внедренное с его помощью изображение не смешивается с исходным рисунком, а ложится поверх него. Поэтому в большинстве случаев Clone Stamp имеет смысл использовать только с мягкими краями, чтобы скрыть контур вставляемого изображения. С помощью инструментов Healing Brush и Clone Stamp можно устранять морщины на лице. Однако для длинных морщин удобнее использовать еще один инструмент ретуширования – патч. Чтобы его применить, нужно обвести морщину, а затем, щелкнув в центре выделения, перетащить область на гладкую поверхность кожи. Переключатель при этом должен быть установлен в положение Source. В обведенном контуре можно будет увидеть приблизительный рисунок, который появится вместо морщины. Края выделения, как и при использовании Healing Brush, будут автоматически замаскированы. С помощью инструмента Patch можно также скрыть запавшую старческую шею. Для этого нужно выделить темную область и передвинуть выделение на более светлый участок шеи. Если при этом контур вставленного рисунка сильно отличается от основного изображения, это можно исправить с помощью Healing Brush. Ретуширование портрета – это, как правило, долгий и трудоемкий процесс, поэтому нужно запастись терпением и на всякий случай сохранять свою работу на разных этапах.
Продолжая устранять дефекты показанными способами, можно значительно улучшить изображение и сделать женщину намного моложе.